Друзья мои, всем огромнейший привет! С вами Елена и добро пожаловать на мой канал, друзья мои. Я получила свой заказ, заказ компании Ифраше. Я делаю заказы только онлайн, поэтому присоединяйтесь, наливайте чашечку кофе, чая, любой напиток по вашему желанию, будет много всего интересного. Присоединяйтесь. И первое, что я хочу вам показать, это набор. Набор, конечно же, лимиточки этого года. В общем, давайте все по порядочку буду показывать, рассказывать и так далее. В общем, первое, с чего начнем, 200 миллилитров. Вот такой замечательный гель для душа и ванны «Сочные ягоды». Здесь, как я понимаю, клюква, да, кто-то мне уже подсказывал, что именно клюква. Вы знаете, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне очень нравятся эти гели, какой бы ни был аромат, по одной простой причине, что, посмотрите, даже через саму упаковку видно, какие они густющие. И это все, да, пусть даже небольшой объем здесь, 200 миллилитров, это того стоит. Небольшенький объем, да, на мочалку или на тело, пенится прекрасно, смывается прекрасно, плюс потом чуть-чуть еле уловимый аромат. Поэтому артикул 18759. Конечно, к этому замечательному гелю я, конечно же, приобрела вот такое вот жидкое мыло, 190 миллилитров, мыло для рук «Сочные ягоды». Посмотрите, какая сама упаковочка, сам флакон, да, темненький вот такой вот прямо цвет, да, насыщенный, фиолетовый, очень очень и очень даже красиво. На камере передает как синий, на самом деле это фиолетовый цвет. Очень красиво. Цены, так как это набор, я сколько набор стоит, я, конечно же, скажу. 190 миллилитров. Здесь уже жидкое мыло для рук, нежный миндаль. Все, кто меня знает, что я как отношусь к миндалю, да, и в разных компаниях, конечно, миндаль звучит по-особенному. Артикул 23917. Здесь миндаль, конечно, друзья мои, еле-еле уловимый. Но все равно приятный аромат. Все равно буду, конечно же, пользоваться и с вами делиться о своих впечатлениях. 200 миллилитров. Это гель для душа и ванны, нежный миндаль. Артикул 18343. Супер. Супер, мне очень и очень даже, ну, как вам сказать, наборы эти были нужны. Конечно же, нужны. И к этим наборам, друзья мои, шло, а нет, это не сюда, секундочку, пока не сюда. И, в общем, этот весь набор из 4 продуктов мне обошелся со скидкой 1006 рублей. Я думаю, более чем хорошо и отлично. Следующее я хочу показать шампуни. Я взяла шампуни, конечно же, наборами. Первый шампунь, в общем, буду озвучивать, в общем, по наборам, да, сколько это мне все обошлось. В общем, по шампуням буду озвучивать это сразу. 300 миллилитров, вот такой вот замечательный шампунь. Это шампунь у нас против ломкости, да, получается, так, не вижу, сокращает ломкость волос на 92%, да, шампунь уход восстановления для поврежденных волос. Собственно, и сам объем хороший, 300 миллилитров, артикул 94 382.
со скидкой 371 рубль. Такой замечательный шампунь. Следующее это, конечно же, кондиционер. Уход восстановления для поврежденных волос. Артикул 200 миллилитров, артикул 79, 374. Как-то раньше, вы знаете, относилась, ну, скептически, да, ко всем бальзамам, кондиционерам, маскам. Сейчас, как бы, ну вот, волосы, да, видимо, ну, нуждаются. Сейчас именно нуждаются в этом, в питании, в уходе. В общем, и этот кондиционер восстанавливающий мне обошелся со скидкой также 371 рубль. Конечно, на сайте 530 рублей. Это, ну, начальная цена. Если, ну, друзья мои, отпишитесь, если кому-то это так важно, чтобы, ну, как бы цены, чтобы я озвучивала, сколько на сайте и сколько она, я буду, конечно же, так озвучивать. Ну, я думаю, интересно, чтобы, да, цена прозвучала уже со скидкой. Следующее также это шампунь. В общем, запасики сейчас у меня хорошие, запаслась довольно-таки хорошо. У меня тут был период, когда практически у меня почти все подзакончилось, я сидела, переживала. Ну, в общем, сейчас все хорошо. Укрепляющий шампунь, уход против выпадения волос для ослабленных волос, извините. Уже вот и плоховасто вижу. Артикул 68-278. Так, кстати, вот сам вот этот вот набор, следующее пойдет набор за 949 рублей. Поэтому, в общем, ну, уже озвучила уже окончательную, да, окончательную сумму со скидкой. То есть, получается, сюда, в этот набор входит вот такой вот шампунь. Также сюда в этот набор входит кондиционер против выпадения волос для ослабленных волос 200 миллилитров, артикул 78-360. И вот к этому наборчику, к этому набору идет вот такая вот золотая коробочка. Ну, понятно, это вся коробочка бесплатно. Коробка золотая малая, АМ-528. Такая вот коробочка и вот такое замечательное полотенце белое с обвязкой. Код АВА-92, размер 35 на 35, 100% хлопок. Замечательно, это вот к этому наборчику. Следующее, друзья мои, это еще, конечно же, не все. Еще будут и подарки. Это еще не все. Вот в такой вот коробочке мне пришел здесь очень и очень мелко. Видно, я буду смотреть с накладной. Мне пришел вот такой вот набор, в который входит так, сейчас, секунду. В общем, в который входит гель для душа, который входит, в общем, парфюмерная водичка. В общем, представлено все. Давайте будем доставать и смотреть. Так, ну здесь на русском, конечно, это ваниль. Я хотела попробовать.
вот эту вот прямо ваниль-ваниль, как она здесь будет вот эта вот ваниль звучать. Она именно идет набором. За 2 499. В общем, давайте это уже со скидкой. Без скидки она была 3 550. В общем, давайте, друзья мои, посмотрим, что же входит в этот замечательный набор. Я этот набор, конечно же, буду оставлять себе. Сюда входит, конечно же, вот такая вот водичка. Парфюмерная водичка. Поставлю. И входит это у нас гель для душа 42 145. Так, ну вот даже и не вижу, не обозначено. В общем, написано, ну что вот просто набор, да, 2 499, и все. Давайте послушаем, да, как все-таки этот аромат звучит. Нет, это все-таки, друзья мои, это не гель. Это вот, если посмотреть, приглядеться поближе, это все-таки, ну что ты, фокусируйся здесь, это гамаш. Потому что там такие вот частички. Ну, конечно же, буду пользоваться. И хочу посмотреть по звучанию, как же будет звучать вот сама вот эта вот водичка. Но она не парфюмерная, да, больше как бы туалетная, скорее всего. Вот такой вот флакон. Флакон, конечно, такой вот простецкий флакончик. Сюда же рядышком. Ваниль. И давайте посмотрим, как же это новогоднее будет ваниль звучать. Ну, в общем, да, как разойдется сейчас пока спиртовые ноты. Это туалетная, конечно же, водичка, друзья мои. Еще раз обратите внимание. Да, это такая приятная ваниль. Но это недолго, конечно, недолгое такое будет звучание. Здесь стандарт, по-моему, 100 миллилитров, да, стандарт 100 миллилитров, поэтому, ну, 100 миллилитровки, это, конечно же, друзья мои, это парфюмерные водички. Так, ну вот, в принципе, и все по заказу. Пошли, конечно же, сейчас подарки. Подарки, понятно, за 0 рублей. Первое, что покажу и уберу, это вот такой вот пакет Yves Rocher, 100% переработанная бумага, Франция. Так, следующее к наборчику, да, здесь следующему вот такой вот белоснежное еще одно полотенчико 35 на 35 размером. И вот такие вот три малышечки. Я такие малышки очень люблю и обожаю. Первая концентрированная сыворотка для восстановления упругости. Здесь 15 миллилитров. Следующее это тональный крем. Ну, фокусируйся. Не хочет фокусироваться. Тональный крем «Совершенная кожа». Следующая малышечка здесь всего лишь получается 5 миллилитров. Это флюид для защиты от негативных факторов. Так,
Это еще не все. Шампуни. Шампунь и кондиционер. Пробнички вот такие вот замечательные. Это укрепляющий шампунь против выпадения. Ну, а это получается кондиционер. Кстати, вот они. Я их взяла. Ну, и также здесь у нас флюид и тональная основа. Это подарочки. К подарочкам же отношу вот такое специальное предложение минус 1000 рублей на следующую покупку от 3000 рублей. Кстати, даже писали, да, девочки, что персональным кодом воспользовались. Пожалуйста, еще раз, пожалуйста, останавливайте, делайте скриншот и пользуйтесь, пожалуйста. С удовольствием я это не скрываю. Если кто может воспользоваться, то, конечно, пожалуйста. И это предложение будет действовать с 31 октября. Конечно, чуть поздновато уже, считай, середина ноября. 31 октября по 20 декабря. Но еще время, конечно же, есть. Еще раз показываю персональный код от 3000 рублей минус 1000. Я думаю, вообще вот такая вот замечательная и отличная скидка. Так, следующее. И, конечно же, в подарок, куда без мягеньких пледиков, в подарок мне пришел вот такой вот плед. Плед артикул 22384, 100% полиэстер. Так, размер 110 на 150. Сделано в Китае вот такой вот серенький, серо с белым вот такой вот плед. Думаю, сейчас покладу, сейчас новогоднее, да, кому-то вполне возможно и подарю. Так. И пришел вот такой вот каталог, который вот такая вот малышечка, которая будет действовать 14 ноября по 8 января 2023 года. Здесь идеи подарков, но здесь именно, друзья мои, это именно каталог. Поэтому супер, вот они, наборчики, пожалуйста. Для волшебных моментов бестселлеры, еще бестселлеры, то есть заказать можно по своему вкусу, по своему, конечно же, кошельку, кому как нравится шампуни, маски, крема, в общем. Отлично, я считаю, что ну вот такая вот малюсика, да, как брошюрка. В общем, и Фраше довольно-таки продумывает. Здесь получается парфюмы для него, для нее. Парфюмы, декоративная косметика, ну и сами подарочные здесь карты. В общем, отлично. Вот такая вот. И это моя покупочка, друзья мои, конечно же, была не супер выгодная, даже я бы сказала, мега выгодная, потому что специальная скидка у меня была 3351 рубль, даже вдумайтесь вот на эту скидочку. А заплатила я за все за это 3195 рублей, плюс получив столько много хороших, отличных подарков. Собственно, ради своего ухода, ради своего удовольствия, собственно, в компании, в щедрой компании Ифраше, конечно же, можно делать заказы. Всем рекомендую, всем советую, потому что пользуюсь уже не один год, мне нравится. Кто-то скажет очень дорого, в принципе, и говорят, что дорого, но что сейчас дешево в наше время? Но ради своего удовольствия, ради ухода, конечно, можно шикануть и можно попробовать. Я, конечно же, вам желаю попробовать,
Желаю вам отличнейшего настроения, желаю всем счастья, огромного, большого, сибирского здоровья, любви. Я с вами не прощаюсь, а говорю лишь до новых скорых встреч.